Собственно, всем привет. Решил я разобрать вот такой вот древний ноутбук самсунговский. Почистить от пыли. Вот это вот вся система охлаждения. Да, вот это вот кусочек медяшки, вот это вот фиговина системы охлаждения. Это вентилятор. Вот там немножко пыли. Вот называется «Доверь матери и тетке ноутбук». У меня ноутбуки в эксплуатации ни у одного петельки не сорвались. Но эти прекрасные дамы сорвали петельки. Хотя и честно, если говорить, то смотрите, на каком говне и как хреново сделаны эти петельки. Ну, не будем говорить о самом смешном. Самое смешное вот что. Да, видите, пассатижи Made in USSR. Самое смешное не это. Самое смешное вот это. Вот, видите, спичечку. Спичечка. Ну. Так. Дорогой фотоаппарат, я знаю, что ты можешь тут фотографироваться. Вот спичку видите, да? Теперь эту спичку ложу вот сюда. Да. Вот это вот процессор этого компьютера. Сейчас я отключу автофокус. Вот это вот процессор. Вот это вот все процессор. Спичечка, вот она. Для сравнения. Чтобы посмотреть, как это выглядит в масштабе, когда я, посмотрите, я снимаю вот эту крышку процессора. Вот эту вот большую вентиляционную хреновину. И вижу под ним вот это. Вот это вот я вижу под этой крышкой. Я уже, конечно, старую термопасту убрал. Тут, конечно, куча всякой фигни. Вот тут я понимаю место под посадку видеочипа. Смотрите, какое большое место под посадку видеочипа. Вон сок тут всего. Два для памяти. И куча там еще какой-нибудь обвязки, навязки. А это и тишь его колотишь процессор. Вот это вот все процессор. А еще в нем встроено видеоядро. Вот в это вот. Чудо-юдо. Ну. Конечно, да. Вот спичечную головку. Сейчас уберем. Включим автофокус. Ну, вот такое вот наименование процессора. О, AMD. Собственно, включили автофокус как-то так. Вот, память внучащая. Это вот для подключения USB. Тут клавиатура. Клавиатура вообще вот здесь. Клавиатура вынимается. Знаете как на этой модели? Ой, сейчас будет смеяться. Вот когда модуль памяти снимается, вот модуль памяти, то это разъем для подключения модуля памяти. А здесь разъем под клавиатуру. Вот вы это все сняли. Да. И вот на обратной стороне как-то должно оно быть. А это вот северный мост. Северный мост, видите? AMD. А вот это вот на клавиатуре, видите, вот эту термо... Блин, это вот термопрокладка, чтобы рассеивалось тепло северного моста. Вот с этого. На клавиатуру. Для сравнения, северный мост. И я хотел заменить батарейку биоса, но походу мне это не светит. Потому что вместо вот такого, вот видите, нормальная батарейка. Здесь используется какая-то какашка. То есть, ну, как-то так. Ладно, сейчас я... Вон, видите, какая обвязка еще должна быть у этого, у видео. Так что как-то так. Постараюсь сейчас это все говно собрать. Буду надеяться, что оно запустится. 2012 год, блин. 8 лет назад. Короче, вот такую вот херню Samsung делал 8 лет назад. Синонимов нет, одни эмоции. Samsung. Видите вот надпись? Samsung. Samsung. Вы говно. Вы говно.
Ну, вот и вафли, вот модуль вафли. Да. Дерьмо еще то. Старое дерьмо. Ну вот вентиляция какая-то тут. Вон не решеточка. Палец мой. Как-то так. Без комментариев. Сейчас все это говно собрать. Блин, хреново, конечно, что батарейку бился, никак не поменять. Потому что, скорее всего, тут нестандартная камера еще. Хероборина. Да и второй раз разбирать эту хуйню я не захочу. Сори за французский, но по-другому я назвать этот компьютер, ноутбук, ничем хорошим даже назвать не хочу. А сейчас какую-нибудь каплю термопасты, терможижи нанесем, какую-нибудь вот родную термо-синерма наклейку какую-нибудь поставим, как-то сюда вот это все это говно соберем. Буду надеяться, что оно еще немножко поработает, хотя оно это и не работало в режиме, как все остальное. А вот этот порт я вообще не знаю, для чего он нужен. Также вопрос, где-то есть Wi-Fi, USB, Bluetooth, а я даже не понимаю, где он может прятаться, этот Bluetooth. Вот, например, задняя крышка. Возможно, где-то здесь прячется Bluetooth. Или вот это вот и есть Bluetooth, а не это динамик. То есть, ну вот здесь я не понимаю, где может прятаться Bluetooth. Вот тут вот, экранировано сколько всего. Динамики, минамики. А где же прячется Блюпуп? Вообще не понимаю. Вот тут тоже какие-то вон аудио. Ну видите, вот в отличие от многих старых, новых современных херобор, тут аудио хоть вынесено на отдельную платку, и оно идет шлейфом, но уже после цифр ЦАПа. Походу так. А сейчас любят делать как? Сразу на всей плате. И живое аудио идет по вот такому шлейфу. Потом оно цифруется где-то не понятно. Но Bluetooth я не могу найти. Ну ладно. Надеюсь, что когда я это видео выложу, я еще скажу, что у меня это говно заработало. Ну или это говно не заработало. Надеюсь, что оно заработало. Ну что ж, всем пока и до новых встреч. А я пойду собирать это говно.